5 золотых медалей в Брюсселе. Абсолютная чемпионка мира. Теперь можно отдохнуть, радоваться жизни, а если и выходить на помост, то только в свое удовольствие, как делала это на показательных выступлениях во Франции. Ее снова ждала Франция, Кубок Парижа. Ее ждали во многих европейских странах на африканском континенте, если бы. Мемориальная доска на фасаде ее дома, дома, где все напоминает о ней, турнир в честь ее памяти. Но отчего же так несправедлива судьба? Уйти из этой бренной жизни на самом взлете. Я не хотела, чтобы она закончила свой большой спорт на такой ноте. И готова была сделать все, перевернуть, в общем, как говорится, кверх дном. Не знаю, как разработала план, предложила ей вот этой быстрой подготовки и убеждала ее в том, что такой уход нам не нужен. Ну, а для этого нужно, чтобы человек как-то себе вот это ощущал. А Оксана почувствовала, что она расслабилась настолько сильно, что усомнилась в том, что она сможет так подготовиться. Ну вот я ее, значит, убеждала в обратном. Она плакала, там всякие моменты были. Потом она пришла на следующий день с огромным букетом роз. Такие красивые цветы. И пришла ко мне. Значит, подарила мне эти розы, поблагодарила меня за все, за все, за все. Пришла попрощаться. Это накануне чемпионата мира за 20 дней. Вот. Ну, я еще раз повторяю, не знаю, многие это знают, что скрывать человек очень резкий. Я ее с этими розами одним махом из тренерской так и вынесла. Вот так оно и было. Эти розы были выброшены в наш туалет, в корзину. Украшали туалет. Комплексе «Динамо». В общем, разговоров даже никаких не было. Просто вынесла и все. Вот. То ли она как-то пыталась что-то объяснить, то ли Леонардовичу, всем людям. Она прекрасно понимала, что все от нее это ждут. Никак не хотела ни с кем плохо расставаться. Но объясняла всем, что не может. Но потом как-то все это перемололось, нашла в себе силы. Ну, я бы на ее месте, вот я бы со своим характером, я бы не пошла, не поднялась бы, конечно. После Олимпиады? Да, просто все это не такая. И потом дома тяжело по ней прошлись, чисто так. Но она дома лежит, мы с ней там спим. Не спит, смотри, не спит. А иногда, Оксанка, ну что ты переживаешь? Поезжай, если у тебя есть талант, на самом деле, ты выбьешь это свой чемпионат мира. А если нет, так, ну нет. Что ты волнуешься? Ну как же это? Я же столько не тренировалась. 1,5 недели до чемпионата она тренировалась. И то, ну и что, говорит, и все-таки я вам чувствую свои силы. Я должна победить. Лукьяненко мне не страшна. А Скалдина, говорит, она тоже, по-моему, говорит, на Европе сдалась совсем уже. У нее сил нет, и не силы. И поэтому она ехала уже с полной уверенностью, что она там победит. Representing Russia, на площадке Оксана Костина. В ходе соревнований многоборок чувствовать, что над Костиной летал комплекс печали. Необходимость в течение всего сезона бороться с мнением спортивного начальства, многократно пытаться доказать свое право оспаривать победу в крупнейших стартах, не могли пройти даром. Надо было поистине быть железной, чтобы в этой ситуации сохранить себя, выстоять и одержать столь нужную и важную победу.
Она же не похожа на Нагорье. Сегодня мы увидели истинную Костину, очаровательную, улыбчивую, немного вальяжную. О чистоте, изяществе и утонченности ее композиции я уже говорил. Она вся светилась радостью. И это, естественно, согревало зрителей, щедро рукоплескавших ей. И здесь бывала она, не только она здесь и репетировала немножко, там что-то придумывалась, да, вся музыка. Но ей просто было хорошо здесь, на наших спектаклях, у нее отдыхала душа. Она здесь немножко другой жизнью жила. И как я знаю, и ее замечательная тренер Ольга Буянова тоже получала какую-то, мне кажется, энергию здесь у нас. Мы как-то на одном языке разговаривали. После, у нее были тяжелые времена, она вот перед поездкой на чемпионат мира последний свой, да, была у нас, я так и жестко говорил, да, Оксана, пошли все подальше, ты замечательная спортсменка, художница. Ну, у нас свой сленг был с ней, потому что как-то вот свой язык. И, в общем, у нее такой мелькнул оптимизм в глазах. Она всегда вообще-то была такая, немножко, понимаешь, такая вот, как будто пелена перед глазами. Это я думаю от того, что она, во-первых, была вся в своем движении постоянно, даже если она это не делала. Она по-другому жила. Она жила как... Ну, как... Люди будут жить еще не скоро. Опять же, новая композиция. Здесь они с тренером решили выбрать современную американскую музыку. Эмоциональный окрас тренировки, музыка, чтобы присутствовали люди, чтобы что-то шевелилось, что-то делалось. Она не смогла бы просто так одна пахать где-то, ну, там, за Куткек, у нас многие тренируются там в зале, там, в тренажерном и так далее. Это не ее стихия. Ни кросс она сбегать бы не смогла, ничего бы одна не могла сделать. Ей нужна был эмоциональный фон. И вот если вот этот брать эмоциональный фон на состояние ее готовности, она сразу становилась... Чуть ли не самый прыгучий, это не мое мнение, это мнение комплекса научной группы, которая сборную страны смотрела. Чуть ли не самый растянутый, чуть ли там не самый подвижный, там и ритмовый и так далее. Но это все было только в упражнении, только в ее программе, только в ее композициях. Thank you.
tenu du drame survenu à cette jeune gymnaste Oksana Kostina, vous avez compris que nous avons préféré ne pas commenter les images de ces démonstrations. Disons simplement que la GRS a perdu.